Традиционно весной в Ленинском районе выбирают самую очаровательную и талантливую девушку. Конкурс «Видновчанка», который, кстати, проводился в 18 раз, в этом году собрал 13 участниц. Сначала отборочный тур, потом полуфинал и вот, наконец, завершающий этап. Путь к нему был очень труден. Пришлось очень много репетировать. Образ мы меняли несколько раз, наверное, раз 5, потому что часто не находили общего решения. Мы готовились буквально каждый день и в праздники с утра до вечера. И вот финал. В финале девушкам предстояло пройти 3 тура. Первый – визитная карточка. Участницы рассказывали о себе, о своих увлечениях, стремлениях и желаниях. Старшеклассницы продемонстрировали артистизм, обаяние, умение держаться на сцене. Второй этап объединил творческое и интеллектуальное задание. Участницам необходимо было собрать цветочно-конфетную композицию. Вот уж где было разгуляться фантазией. И ответить на хитрые вопросы ведущих. Итак, представь себе, тебе снится сказочный сон. Дорога, и ты на распутье. Направо пойдешь, здоровье обретешь. Налево любовь свою найдешь, а прямо пойдешь, богатый станешь. Какой путь ты бы выбрала и почему? Наверное, я выбрала первый путь. Здоровье родителей, здоровье нашей семьи, наших близких. Это самое важное. А любовь каждый из нас встретит в любом случае. Тема последнего решающего конкурсного выступления «Мне однажды ночью приснился странный сон». Я выбрала сказку. Наверное, это самое счастливое. Это ассоциируется с детством, поэтому, в общем, я воплощаю себя через сказку. На самом деле, сны мне снятся часто, но, к сожалению, не часто я их помню. Но надеюсь, что сегодняшнее выступление, то есть мой сон, запомнит надолго. Вердикт вынесен. Наступает самый волнительный момент. Звучат имена победительниц в той или иной номинации, и уже понятно, кто наденет корону. Гордое звание видновчанки досталось Евгении благодаря тому, что она следовала мудрости. Поражения ведут нас к победе. Женя стремилась к этому 2 года. Она себя сделала для этого конкурса. И я думаю, что это достойно, что она стала победительницей. Я до сих пор не верю в то, что я победила. Но победа не только моя. Победа обязательно еще и моей команды, которая меня всегда поддерживала. Удачи, Евгения. Не сворачивай с выбранной дороги, и все у тебя получится. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.